Мотоциклисты взяли нас за задницу. Мне нужна новая машина. Слева. Это операция надзора. Наша команда вступила в бой с превосходящим по количеству противником. Это не военная операция. Задача выполнить миссию любой ценой. Показывает компания STX и Ash Brothers. Я бы хотел на пляж. Никогда нормально не будешь жить, пока не умрешь. Такова работа. Я — это не ты. Ну ты почти как я. Кроме того, это и есть мой пляж. Почти чувствую песок между пальцев. От режиссера уцелевшего. Сэр, у нас посторонний. Кто он? Это мой информатор из местного спецназа. Отправьте его в медицинский. Проверим, кто это на самом деле. Этим летом. Как вас зовут? Линур. Вы занимаетесь шпионажем? Да. У меня есть информация, подтверждающая, что мое правительство готовит атаку на США. Вы понятия не имеете, на что способно мое правительство. Посади меня на самолет, и я расскажу тебе все. Поехали. 90 минут. Вы против трех элитных отрядов этой страны. Отдай его немедленно. Никто никогда не думает, что проиграет в войне. Но кто-то всегда ошибается. Я дам тебе совет. Слушаешь меня? Прекрати. 22 мили. Выдвигаемся. Если они упустят самолет, мы проиграли. Если они упустят самолет, они покойники. Нулевая поддержка. У вас гости. До хрена актеров. Провал недопустим. Если вытащим его, то спасем миллионы жизней. Запрашиваю руку Господа. Принято. 22 мили. Скоро на ВХС.